предмет. Каждая вещь или есть, или нет. Автомаляр, не пойму, в чем секрет. Он вроде есть, но его как бы нет. Снова привет! С вами автоистория Сергей Цветков. Не буду вам рассказывать глупых анекдотов. А разберемся сегодня в таком вопросе, кто мы вообще такие. Есть ли профессия автомаляр, где ее можно получить? Что нас ждет по вредности и по пенсии? Короче, вот такая вот тема заморочка. Идем разбираться. Погнали! Ну, представим себя на месте молодого человека, который хочет стать автомаляром и получить эту профессию. Куда он сначала идет? Естественно, в интернет. И там забивает «получить профессию автомаляра». Везде курсы, они платные. То есть у меня есть подозрение, что это никакое не гособразование. По окончании этих курсов, скорее всего, дадут удостоверение какое-нибудь или какой-нибудь сертификат. Вот такой вот. Очень часто маляры, я встречаю, имеют эти сертификаты. Кто-то отучился на каком-то материале конкретно. Но меня интересует документ вот такой. Диплом государственного образца. Возможно ли получить его по профессии автомаляр? Вот это мой диплом. Закончил я одно училище. Это было в 91 году. Не по профессии автомаляр. Но у меня есть диплом. Был еще Советский Союз герб, гербовая печать в дипломе. Поэтому вот такой вот документ я хочу получить и узнать, возможно ли его вообще получить в России по профессии автомаляр. А пока позвоним на курсы, узнаем, какие дают они знания, за какие деньги и что дают по окончании. Звоним. Учебный центр, добрый день. Здравствуйте, девушка. А могу я получить профессию автомаляр у вас? Конечно. Это сколько стоит такие курсы? Так, по стоимости курсы будут 13,5 тысяч рублей. 13,5. Занимаемся мы полтора месяца. Полтора месяца. А это сколько часов примерно? Это будет 130 часов. Хорошо. Понятно. А вы это на станциях на каких-то, да, проходит обучение? Смотрите, теорию мы проходим у нас в центре, прямо в учебном центре. А далее уже на практику мы распределяем ребят, опять же, как кому удобно и где удобно. Понятно. А вы по окончании какой-то документ даете об окончании? Да, мы работаем от комитета по образованию, поэтому выдаем мы диплом государственного образца. Диплом государственного прямо образца? Да, да. Вот заливай. Тебя, наверное, сегодня как слизь с башкой скинули, так у тебя вторая половина отказала. Да. То есть... И также мы еще предоставляем трудоустройство, если нужно. И там в дипломе что будет написано? Что я автомаляр? Да, у вас будет два диплома. Один отдельно на автомалярку и другой на кожевщика отдельно. То есть два диплома в конце обучения. Прям с двуглавым орлом? Прям с двуглавым орлом. Очень интересно. А я слышал, что нет вообще такой профессии. Ну, то есть, как на нее нигде не обучают в училищах и в техникумах. Еще раз, не поняла, в смысле нет такой профессии. Ну, в профессии такой нету, как бы, есть в принципе. Нет, есть почему. Откройте интернет, наберите ЕКТС, это единый квалификационный тарифный справочник. И посмотрите, есть и кузовщик, есть и автомаляр, есть автослесарь, есть... ЕКТС называется, да? Да. Единый тарифно-квалификационный справочник. Единый квалификационный справочник. Есть, они все идут под разрядами. Второй минимальный, далее 3, 4, 5, 6. Мы после своих курсов, так как мы работаем по лицензии от комитета по образованию, присваиваем 3, 7 и 4. Прям по профессии автомаляр, с дипломом прям, да? Да, да. Ладно, спасибо. Спасибо большое, мы подумаем. Да, приходите, смотрите, спасибо. Выбирайте, конечно. До свидания. Всего доброго. Вот такой вот звоночек. Девушка на том конце провода утверждает, что они обучают полтора месяца, 120 часов, 130, прошу прощения, и дают диплом государственного образца. Мало того, отправляет в меня в ЕТКС. Единый
тарифно-квалификационный справочник. В поиске единотарифно-квалификационный справочник забиваем автомаляр. Поиск и ничего. Ну, может быть, забито по-другому. Маляр автомобильный. Давайте забьем. Маляр. Маляр, маляр, маляр строительный, маляр по отделке декораций. Похоже, девушка немножко лукавит, или она не в теме, но я решил исследовать еще один документ. Называется он «Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов». Это классификатор, которым пользуются в пенсионном фонде и так далее, там своя кухня. Давайте здесь поищем нашу профессию, автомаляр, может быть, найдем. Классификатор профессий рабочих, должностей служащих. Здесь есть поисковик. Забили автомаляр. Искать. К сожалению, по запросу автомаляр ничего не найдено. Ну, давайте забьем просто маляр. Вот что получилось. Маляр, контроллер малярных работ, маляр, маляр по отделке декораций, машинист, маляр станции передвижной. Так вот, вот этот код должен быть у любой профессии. Вот на профессии маляр это 13450, по этому коду как бы и определяют, кем ты работал, где, по какой специальности, но, к сожалению, автомаляра нету. Ну и что же предоставляют нам курсы, на которые я позвонил? За 13,5 тысяч рублей, за полтора месяца и за 130 часов они как бы хотят сделать из вас маляра. Я занимался этим делом, занимался обучением ребят в профессионально-техническом училище или людей с улицы. Так вот, стоило это у меня почти 10 лет назад 28 тысяч. Это были довольно-таки серьезные деньги. Почему так дорого? Да потому что любой ученик, он очень много изводит материала. Я приблизительно набросал прайс на подготовку чисто по материалам одного студента. Что у меня получается? К примеру, он измажет две шпаклевки, это 1000 рублей, выльет два грунта, 1500, выльет три лака, приблизительно трешка, выльет 2-3 литра базы, это 7500, ну и всякие расходники, наждачные бумаги, там, разбавители и так далее и тому подобное, я уж совсем 1000 поставил. Так вот, в итоге получается 14. Как они влезают в эту сумму, на чем они готовят людей, я не понимаю. И что они зарабатывают сами? Непонятный вообще вопрос, по-моему, это такой же развод, как диплом государственного образца. Все больше запутаюсь во всей этой канители. Девушка говорит, что такая профессия есть. Никакого подтверждения нету нигде, ни в каких документах, что эта профессия есть. Поэтому идем к людям, которые занимаются обучением. Уж они-то точно знают, есть эта профессия или нет. Идем в техникум автосервис, общаемся с преподавателями, выясняем вопрос дальше. Погнали!